Ночная велопрогулка и яркий фестиваль на площади Нахимова. В субботу, 21 сентября, в Севастополе в пятый раз пройдет велоночь. Поучаствовать в юбилейной акции приглашают велосипедистов, любителей и профессионалов старше 14 лет. В программе фестиваля показательное выступление велоспортсменов, конкурсы и концерт севастопольской группы «Сатисфакция». Участникам велопарада рекомендуют приезжать в ярких карнавальных костюмах. Главное, чтобы наряд не мешал передвижению на велосипеде. Это будет снова яркая программа, снова соберутся порядка тысячи велосипедистов, которые приедут для того, чтобы снова показать, что в городе нужна велосипедная инфраструктура. Одна из целей велоночи – это, конечно же, и пропаганда безопасности на дорогах, поэтому мы приглашаем велосипедистов, во-первых, в соответствующие по правилам дорожного движения одежде со светоотражающими элементами, ну и, конечно же, у нас будут наши традиционные конкурсы на самый светящийся велосипед и самый яркий светящийся костюм. Старт велопробега на площади Нахимова в 21 час. Велоколонна проследует по маршруту от Большой Морской по улице Гоголя, проспекту Генерала Острякова до торгового центра «Океан» и обратно через улицы Николая Музыки и Ленина до площади Нахимова. Участников велопарада будут сопровождать автомобили госавтоинспекции. Финиш велопробега в 22 часа на площади Нахимова. Севастопольским велосипедистам приготовили сюрприз. На фестивале «Велоночь» презентуют проект первых велодорожек, которые вскоре могут появиться на улице Большая Морская. Мы наконец-то сможем презентовать проект обновления городского кольца. Это проспект Нахимова и улица Большая Морская, на которой проектировщики запланировали велодорожки. И мы очень хотим показать этот проект общественности для того, чтобы велосипедисты увидели, что хоть что-то в городе начало двигаться ради них. Следует отметить, что велоночь пройдет без тотального перекрытия улиц. Движение автомобильного транспорта будет приостанавливать поэтапно на каждом участке прохождения велоколонны. Во время велопробега только временно перекрывается движение на время проезда колонны. Это всего лишь занимает порядка получаса через каждую точку. Так что вы, в общем-то, поедете все по своим делам. Но просим ориентироваться на то, что с 21 часа до 22 в городе по маршруту проспект Нахимова до «Океана» и обратно будет проходить пробег «Велоночь».